Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый президент Сената, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России, присутствующий, к снятию из боевого дежурства ракет тяжелых СС-18, нацеленных на Соединенные Штаты Америки. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. И вот сейчас хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку. И добавлю к этому и Россию. За твое предательство и измену, которую ты совершил для торжества нашего буржуинского дела, награждаю тебя высшим буржуинским орденом, белым крестом предателя первой степени. Предатель первой степени, гиб-гибра буржуины.